Скажите, лучшая команда, по вашему мнению, в истории футбола? Это сборная Бразилии, которая в финале 4-1 итальянскую сборную, великую итальянскую сборную, просто разорвала. А кто лучший футболист в истории этой игры? Пеле. Вот там есть боженька, это Пеле. Вот там есть облака. Это Марадона, это Платини, Бекенбауэр, Месси, Рональдо и все. Потом есть вот на земле, которые ходят. Наверное, я тоже к ним отношусь. А те, которые сегодня играют, и в нашей сборной, в том числе, они под землей находятся. Ну и матч, который нужно взять и еще раз пересмотреть. А иногда по телевизору показывают матч «Спартака» с «Арсеналом». Как же они играли, на каких скоростях 4-1 порвали тогда. Я, пересматривая, все время вижу футбол, к которому стремятся сегодняшние поколения.